Всем привет! Сегодня у нас Kia Cerato третьего поколения, 15-й год, пробег 100 тысяч километров, и хозяин не уследил за катализатором. И часть катализатора оказалась в двигателе, поэтому мы снимаем двигатель, чтобы его отремонтировать. Под клапанной крышкой какая красота! Красная, спортивная. Цепь стоит обычная, не усиленная. Натяжитель вышел на 1, 2, 3, 4, 5 зубов. Ну все, пора менять. Выпускной фазовращатель. Стучит. К замене. Все, двигатель разобран, блок сейчас поедет на расточку. И в данном двигателе еще к элементам разового использования у нас добавляется это фазовращатель на выпуске, головка под вопросом и масляный насос. А все остальные элементы стандартно.